мы отправляемся слушать непосредственно фолк-культуру. Вот смотрите, вот тоже уже, вот такой же, как и я, видите, прется. Вот настоящий вот это ходит вот так, как да. Оно есть, да, ну, все так это? И ходит. А, да, повернись, я хочу. Хорош, хорош. Ну, пойдем вместе. Чем так интересно? Чего туда прешь тут? Музыку послушать. Слушай, ну это же вообще какая-то, по-моему, культура, оторванная от реальности. Это какое-то, знаешь, такое, если не ошибаюсь, что-то вообще архаическое, совсем древнее, вот такое элитарное, ничем не современное, наверное, вообще. То вот ты чем занимаешься в жизни? Я курьером работаю. Курьером работаешь. И вот она тебе, вот эта все, культура, она тебе помогает так быстро доставлять, так сказать, эту самую, да, ты ее включил и побежал вот так, как кельские эти, да. Ну что ж, отправляемся, знакомимся, так сказать, с фолк-культурой этнической и тому подобное. Девушки, вот вы туда, да? Туда. Зачем вы туда? Вам что, делать больше нечего? Вы такие милые, красивые, светские. Вам, наверное, стоило бы, так сказать, ну, прогуляться в более светские места. А это ж как-то, видите, вот это, там мужики в юбках ходят. Неужели вас так интересуют мужики нас в юбках? Интересуют мужики в юбках. Магия имя, знаете, что такое? Вот магия имени. Меня зовут Артур. Меня называли Артур? Так родители. Артур. Это кельтскими переводится медведь. Да ты чё? И самого вот ты медведь. Ну, видимо, да. Давай поборемся. Давай. Они дрались, на самом деле, голышом. Защищались только своими татуировками. Да ты чё? Когда ты делаешь вот таким образом или показываешь свои ягодицы, это обозначает полное неуважение к своему сопернику. То есть сейчас ты показал полное неуважение к всем, кто тебя окружает. Слава богу, что они это не знают. Научи меня хотя бы пару движений. Всегда мечтал, хотя бы пару движений. Вот это вот, как они, вот это, да, вот это вот. Да, или ну как? Хорошо, давай я тебя шотландский научу, более-менее еще. Так, так, позиция вот такая вот. Так. Раз, 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 раз. Раз, раз. Подожди, ну хотя бы, тут хотя бы одно движение научиться. Это называется подыбаски вот. Да? Раз, раз. Это на самом деле очень трудоемкое занятие. Так, мышцы надо иметь серьезные, да, так не получится. Нет, мышцы в принципе нормальные. Нет, главное техника. Очень такая разряженная, не, совсем небольшая сцена в окружении, как видите, там, люди сидят свободно, где как хочет, сваливаются, вполне удобно. Мы попробуем проникнуть в гримерку и посмотреть, что же делают там музыканты, как они настраиваются. Ведь настройка, наверное, музыкантов фолк-культуры – это особая такая статья. А там где-то гримерочка музыкантов, да? Там где-то гримерка музыкантов, да? А вы сами эту юбочку сделали или что, где-то взяли на прокат, да, попросили у кого-то? Да, я купила в обычном магазине. Вот эта вот юбочка для... И вы так применили для фолк-культуры вот так вот... А, да? Слушайте, ну вот видите, оказывается, можно вполне реально даже не это... Без иголки нитки создать вот такой вот образ, да. Хотя вот некоторые, вот там я познакомился с девушкой, они сами шили, представляете? Я не умею шить. Не умеете шить? Хотите, я вас научу? Давайте. Сами
шили вот это? Моя сестра это шьет. Она шьет? Да. Но она говорить об этом не хочет. Как истинный художник, скромна. Да? И как вы себя чувствуете? По-моему, что это очень архетипическое, вот, совсем не современное. Что нравится вот так вот какую-то в тундру туда, вот вдаль времен, да, уходить. Нет, вполне можно ходить вот так просто в вы жизни. В этом будете ходить по улице Москвы? Ну, я иногда хожу, а сестра постоянно в этом. В милицию ходит. Не забирают? А у нас паспорт есть. А у вас платьишко тоже вот того, да? Но оно в стиле. В стиле, да? Да. А танцевать умеете? Немножко. А давайте попробуем вместе. Покажите. Номером нашей программы будет еще одна веселая танцевальная композиция. А давай вот туда отойдем и давай. Откуда выдернули эти мелодии? Че, где стыдили? Это обычная народная музыка, просто мы играем с нашим акцентом, нетрадиционно. Вы не традиционной ориентации? Традиционной русской ориентации. Традиционной русской, да, не ирландской ориентации. То есть вы взяли ирландское, наполнили русской, с русским размахом, да, и оно и подперло это все, да? А что ты не задеваешься? Как удалось доучить эти все тексты? Ну, они же просто на языке, просто зубришь, ты хоть понимаешь, что поешь? Конечно. О чем ваши песни? О чем? Ну, как обычно, выпивки, бабы, женщины. Вы тоже об этом же, о женщинах? Нет, замечательные песни. Вы любите женщин? А я видел мужчина. То есть он все-таки это, да? А, вот, ваше прикосновение ко мне определило девушку, что я трону, да. Вот. А, ребят, давно существуете вообще? Вообще, сама группа существует уже 6 лет. Но непосредственно, ирландскую музыку стали играть гораздо позже, чем начали. А до этого что делали? Ну, как организуются школьные команды. Играли рок, да, такой. Вы играли рок? Ну, да. На вот этом рок играли? Нет, инструменты были другие вообще. Не квалифицировали все это самое.
ребят, это, по-моему, такая музыка не коммерческая. Да, абсолютно. Да, вот. Чем зарабатывать? Мне на хлеб. Вот чем ты зарабатываешь? Гитара, ты не простая. Это понимаю, вон там взял бубен, там. Что, дороже гитары, что ли, скажи, еще? Столько же. Да, вот это вот, бодяга еще. Еще вот это вот. Дай стукнуть один раз. Чем ты стучишь? Вот этой палочкой стучишь? Обычная палочка. Слушай, это что-то шаманское, по-моему, да? Ничего подобного. Подшаманивает, да? А ты, наверное, на свадьбах подрабатываешь, да? Ну, бывает, мы вообще все вместе подрабатываем на свадьбах. Хорошо получается, да. Также ремонтные работы, строительное оборудование. Электричество, вот, проводка, вот, что угодно. Слушай, а у тебя что-то инструменты нет? У меня они компактные, запихиваются куда угодно. В карман, например. Небольшое на ваше знание истории Москвы. Она какая-то железная, слушай, неправильно, флейты не бывают железным, я не флейта. Подержи. А что это такое? Это Вистал. Че, она железная, правда? Я первый раз вижу железную вот эту. Шикарно. Возьмите себя с собой в группу. Нет, я тоже ничего получается, ну, с кем-нибудь там хотя бы. Могу в цепилку держать. Оператором возьмем, да. Ты кем подрабатываешь, вот честно? Короче говоря, программирую. Слушайте, меня вот удивляет, тут как вот современные, понимаешь, вот современная молодежь, они такие компьютерщики, программисты, технари такие, и при этом берут вот скрипочки эти, начинают дудеть, обращаются к фолк. Зачем вы обратились к этому? Это же не модная какая-то, старомодная, совершенно древняя культура. Вот. Нам нравится. Нам нравится. Что вам? Вот, нам, что знаете, вам что нравится? Вам понравилось? Вы видели вот тех людей, которые... Это офигенно. Вот ради этого мы играем. Какая интеллектуальная группа! Все обратили внимание на группу, которая называется «Спустя», «Позже» и по-английски как? Later! Они борцы за здоровый образ жизни, да. И анти-этого! Ура! Ура! Запомнили? Ура! Молодцы, ребята! Так держать! Спасибо. Только здоровье, только музыка, только любовь. Спасибо. И ничего! Удачи вам! Спасибо. Давай! Оп! Молодец! Вперед! Вопрос. Не джентльменский вопрос. Почему? Ну так, между нами мужчинами. Потому что не только шотландец, но еще и английский офицер. То есть ты все-таки английский. 42-й. Да, это форма. Это форма тут никуда. Мужчина. Настоящий. Станцуем? Ну что-то станцуем. Отлично. Если я не в прикиде, это не значит, что я не слушаю фолк. Я фолк люблю так же, как рок. Почему не оделся, как все там в шортике, в юбочке, вот там мужики все в юбках ходят? Представляете, я с общаги еду, а у меня в общаге нет прикида. Раз в год, а надо было хоть как-то. Вы что слушаете? Вот это что такое? Blind Guardian. И вы это слушаете? Да, мы это слушаем. А вот это? И это слушаем. Как у вас все это в голове не смешивается, винегрет? Это страшное. От настроения зависит. Да? Есть настроение, когда хочешь что-нибудь такое тяжелое, чтобы аж... Ух! А иногда... Покажи голову. Где тяжелое? На голове. На голове тяжелое, да? Вы ходите вот так вот по Москве и вас в милицию не забирают? Нет. У меня паспорт есть. Почему мне должны забирать? Не, ну как-то, понимаете, не современно ведь. Ну и что? Как интересно. А вы тоже так ходите по Москве? Да. А что, вот. Это не современно? Специфично. А когда познакомились с фолк-роком? Я ее познакомил. С фолк? Да. И как? И отлично, очень понравилось. Чего вот понравилось? Фолк понравился. Ну о чем? Ну что-то хорошего? Что там хорошего? Ой, все хорошее. Да ну ладно, все, ну как? Ну серьезно. Что-то какое-то дремучее, древнее, какое-то совершенно несовременное. Вот поэтому хорошее. А ты что молчишь? Ты специально брови вот так вот загибаешь? Нет, конечно. Как мои усы, я да, молчу, мы можем вместе. У него брови, у меня усы. Да? Да, конечно. То есть причесочку делаем? От рождения? Да ладно, сестри. Брутальные брови. Дай попробуем. Ну да, я попробую обратно.
Демон! Ну ладно, ребят, я рад, что вы можете совмещать сразу несколько культур вместе. Удачи вам, так держать, молодцы. Хочу сказать, что я только что обнаружил, что оказывается крепость Сетун, где происходит нынешний фестиваль фолк-рока, оказывается это пространство киношных каскадеров. На каких машинах производят трюки каскадерские? Вообще здесь кладбище разбитых кораблей. Помните фильм Захарова «Дом, который построил Свифт»? Помните, там на тележке они ехали? Вот многие же не знают еще, что на самом деле, да, как там фильмы создаются. Потому что ведь выдержать жанр – это одна из важнейших составных. Что за речка? Сетунь. Вот это речка Сетунь, да? Во! Вот это речка Сетунь, да? Во! Во, посмотрите, вот это речка Сетунь. Представляете, а? Ничего себе. И вот тут вот располагается, вот так сказать, замок Сетунь, да. Здорово. Ну что, не, мы не проникнем, наверное, да, в гримерку без света, да? Святая святых. О, офигеть. Вот это гримерочка. Слушайте, я много видел гримеров музыкантов. Ну, чтобы вот такое вот настоящее. Смотрите, здесь печь, котел, телега, кот. Говорящий, ну-ка, скажи еще раз. Мяу! Ну-ка, скажи. Ну-ка, еще раз скажи на камеру. Слушай, суровый кот-то, а? Да. Хочу сказать, что видите, как фолк-музыканты готовятся к сцене. Они не сидят, не пьют пиво, не курят там одну за одной, как скажем, в рок-культуре, да? Или вот, не требуют к себе особого внимания, аплодисментов, как скажем, в поп-культуре. Они просто, видите, стоят и поют. Это волшебно. Послушай. It's not half empty. It's always half. Хочу вам представить, во-первых, кота рыжего и как вас зовут? Меня зовут Томми Бевит из Шотландии. Из Шотландии? Да. Вы приехали сюда, специально в Москву, на фестиваль фолк-культуры, да? Да, конечно. А куда? Это первый раз мне Россия. Вы первый раз пригласили. Если вы первый раз в России, а как вы уже знаете, откуда знаете русский язык-то? Интернет и... Вы изучили русский язык? MP3. По интернету и по... Да. Это моя песня. Half-filled cup. Half-filled cup.
here to gain wisdom. My innocence was lost when I met you. Blue Eagle has its resting place when yonder misty mountain. It soars high up above what happens on the ground. If by chance it spies a rabbit on its lonely sojourn, it throws its wings and drops without a sound. А это твой кот, да? Держи твоего кота хорошего. Так, ну... И песня о России, как Владимира Высоцкого. Владимира Высоцкого? Да, меня очень зовут. О-о-о. Ну, мне очень нравится. Нравится? Ну, мы не будем все-таки сейчас сильно заставлять нашего гостя на русском языке напрягаться, поэтому вот нам, так сказать, непосредственно Женя поможет нам с переводом. И несколько вопросов. Почему вы избрали именно фолк-культуру? Why do you choose folk culture? Because it's the only real culture. Потому что его не интересует популярная музыка. Популярная музыка, она как бы везде, вездесущая, да. А его интересует культура, проявляющаяся в поэзии. Не, то есть не традиционная какая-то культура, ну не традиция, а именно вот что-то именно связанное с поэзией. Поэзия, да? То есть вы поэт? Да? Are да. you a poet in да, yourself? Конечно. Я надею. Вы создаете, вы тексты пишете сами или берете какие-то уже, так сказать, народные? Yes, of course. Yes, yes. Конечно. Да. Он пишет сам? Да, да. Вы из тех, а какой стиль тогда используете вот для своего повествования? Ну вот он не может себя выразить до тех пор, пока он не будет петь. А на какую почву культуры он опирается? На какую традицию все-таки? Есть же у него какая-то опора? For me, well, it's when a poet sings in a language, whether it's Russian. Он пытается найти, выражает себя через иностранные языки. То есть он использует иностранных, там, французских, например, там, да, шотландских или российских, допустим, поэтов, да, и пытается выразить. Да? Yes? Да. То есть это ваша... Выразить, да, выразить это через музыку. Я... То есть вы стремитесь да. собрать сразу как бы несколько самых различных культурных пластов, чтобы прийти к да. единому, да? Да. Ух ты, как замечательно. Я горжусь, что я встретился с... Позвольте пожать руку. Я тем же самым занимаюсь. У меня так как раз передача тоже об этом. Я пытаюсь собрать различных, так сказать, культур, чтобы показать сегодняшнюю современность. Да? Вот. Ну, а он... вы поняли, да, что я сказал? Нет, очень быстро. Немного. Немного. Но я, в отличие, а вот я, мне нужна популярность. А вам нужна популярность? Нет. Нет, не почему нужна? Вам не нужна популярность? Для него достаточно пообщаться с людьми разных культур по интернету, по личному общению. То есть не столько важно быть популярным, потому что для него достаточно изучать это, исходя из общения с людьми. Ну, то есть, отлично. Вот удачи вам. Благодарю вас. Мы вас увидим на сцене. Вы выйдете? Фестиваль урожай. Как эти песни? As the ripe fruit falls. Боги! Я не знаю. Я не понимаю. As the ripe fruit falls from the bough, how the bough of now transcends itself into the future. So my dear, I call thee fall with me towards the grassy orchard's floor. There may we lie, all fruits, but in a fragrant spring. What I'm making, forsaking, I allow ourselves for each other. Мне очень интересна ваша философия. Очень. До встречи.
А можно я тоже попробую? Конечно. Ой, классно. А это что такое? Это пои. Пои? Пои. А что такое пои? А пои — это мячик на веревке, который крутит, а потом поджигают и устраивают фаер-шоу. Фаер-шоу? Вот этот мячик потом поджигают еще? Ну, не совсем, это тренировочное. А, это тренировочное. А потом фаер-шоу, да? И как тут крутить? Надо покажите. А, просто вот так вот? Что-то у меня не крутится. Ой. А! А, во! Как мистер Бин. Еще, наверное, танцевать надо, да? Сейчас взлечу. Вот. Еще. Ой, я куда-то полетел. Я же говорил, у меня все разлетелось. Вот. Что, у вас таких движений нету, да? Вот, а ну-ка, слушайте, все зрители уже на меня. Да, концерт там, ребята. Вот, а потом вы будете поджигать это, да? Ой, я должен сказать, потрясающая фолк-культура, которая говорит о том, что вот, в это нужно окунуться, в это этим нужно жить, этим нужно чувствовать. И поверьте мне, друзья мои, вот, даже если не знаю, видите вы меня или нет, вот, важно. Важно. А, что, надо целоваться, да? Вот, приобщайтесь к фолк-культуре и знайте, что вот это искусство, настоящее и живое, оно бессмертно. Удачи вам. Спасибо.